матч сегодня с Локомотивом. Какая победа 3-2? Как вы думаете? Ну, всегда приятно выиграть так хорошую команду, хорошие футболисты. Сегодня выиграли 3-2 и показали, что дачи умеют играть хороший футбол и со хорошими командами. И очень приятно. Сегодня видели, мы показали хороший футбол, выиграли 3-2, забивали, пропускали, но и забивали больше, чем соперник. И поздравляю команду, поздравляю тренера и все с победой. Для тебя было принципиально именно сыграть против Черногорца, против Божевича, потому что он тоже черногорец. Хотел ему что-то доказать? Ну, я доказать главное своему тренеру, потом остальным. А Божевич, я его знаю, он тоже хороший тренер, мой друг тоже хулит и сегодня забил один гол, играл. Приятно, когда увидишь свою друзью из Черногории, поговори с ним чуть-чуть, все было нормально. Поздравили с победой, хорошим игром. И... Для тебя было принципиально сегодня? Сыграть хорошо, забить? Ну, конечно, хотел забить и хотел выиграть. Ну, боже, ведь и там тоже журналисты Черногории будут писать, что я выиграл, что забил. И скоро сборная играет с Россией. У нас очень хороший мяч, важен. И надеюсь, что будем на эту игру.